когда трахает, и член двигается вот так, типа, да? А если в миссионерской позе начать членом двигать вот так, в писечке, то можно, типа, сквирт довести девушку проще. То есть обычно это делать пальцами, но пальцами, типа, грех этого не сделать. А членом вот ты попробуй. И вот как раз-таки, чтобы сделать это членом, если двигать именно вот так, внутри, когда он вставлен, и вот держит за основание, и вот так вот, должен очень хорошо стоять, то это очень крутые ощущения. Слушайте, знаете, ошибка многих парней, вот этот, они когда вот, и вот так прям там начинают, рукой уже рука уже устает, что-то делают, не там акцент на движении, рука уже устает, а ты все, как бы, нету с трудного оргазма, они не понимают, психуют. Но суть нужно пальцами внутри двигать, не всей рукой вот так вот там долбить, что вообще больно будет, а нужно ставить пальцы там сколько, докуда, до того самого места нащупать. И достаточно не всей рукой, а просто пальцами внутри вот так двигать. Пальцы обожаю ссать, говорю, что люблю все сосать, как пальцы это возбуждает, когда, допустим, парень трахает, и вот это пальчики в рот, это, ну, это, во-первых, заводит меня, также это заводит, ну, большинство парней, мне кажется, тоже выглядит сексуально, такая же дополнительная власть над девушкой, типа, это очень круто. Смешно, мне настроилось, надо вернуться. Достаточно будет. Я не вижу по пьяни секса, ты кажется, такая сексуальная кошка, а на деле, как бы, ну, вообще нет. И, ну, девушек, да, вот что-то такое просыпается, что она такая мегасексуальная, такая, сейчас она покажет, ну, какая она киса, а на деле это не так. Кто-то борется там за количество, то окей, подпои, там, я думаю, больше шансов, что случится секс быстрее, но будет ли он таким, каким должен быть, или каким бы он был, если ты бы не ускорял этот процесс? Кажется, ну, это глупо. Это симпатичный парень, или там что-то, ситуация, там, полицейский остановил, спрашивает документы, что такое? Ну, то, что из таких, из ролевых, не могу спокойно воспринимать, типа, сразу туда идет фантазия. Но если это случается, то я возбуждаюсь. Сейчас самое время поставить лайк этому видео, написать в комментарии, что ты думаешь. Пока продолжаем. Пошла работать в банк, в информационном центре. Это колл-центр. Когда ты сидишь на телефоне, консультируешь там всех клиентов, бла-бла-бла-бла, страдачи, ла-ла-ла-ла. Вот, была первая работа. Но я, кстати, долго проработала, стрессоустойчиво, видимо. Месяцев 9 проработала, и все. Делается? Подожди. Двигается? Еще. Блядь, я когда сделала себе сиськи, я думаю, наконец-то я попробую секс от члена между сисек. Не получается, я пробовала, потому что у меня все равно они недостаточно большие. И типа силикон маленько не дает, то есть они не такие мягкие. Вот, натурально большой грудью это можно, но все-таки, видимо, мне так и не удастся это испытать, попробовать. Потому что, ну, это все равно какое-то мучение с моей грудью, мир члена. Это прям какая-то жесткая физическая нагрузка получается, и не до удовольствия. Когда люди неответственно относятся к гигиене своей партнеры, ну, типа, бывает такое, такие, как бы, я не знаю, как это возможно вообще, но такое бывает. Хотели потрахать, и он такой, откройте потом шкафчик, там лежит стропон, блядь, с поясом, очень красивый, изысканно сделанный, он такой, ну, типа, померяй. И пиздец, я понимаю, что все идет к тому, что, типа, он, видимо, хочет, чтобы максимум до чего дошло, что я смогла. Я пыталась, типа, что я вхожу в роль, поиграй, госпожу. Но когда я его делала, эту херню себе между ног, он был на коленках, и мы так оба неуверенно к этому шли, типа, я не знаю, что делать. Я не могла подумать, что он вообще вот такие вот у него там мыслишки. И вот он передо мной на коленках, вот этот член, и вот типа в рот, я помню, попробовала чуть-чуть сделать толчок, и вот, блядь, типа, нет, я не могу.
такой, блин, сложный вопрос. У меня были отношения, в которых, ну, не прям на первой встрече, но прям такой, мы познакомились, и там второй раз мы решили видеться после клуба, и у нас был секс, и это продлилось 3 года, отношения эти продлились. А бывало, что секс случается через, там, недели 2-3, ну, месяц не могу, конечно, сказать, и, ну, как бы это долго не длилось. Мне кажется, не в этом суть. Парням пожелаю не быть эгоистами в постели, прислушаться к своей партнерше, говорить о сексе, это нормально. Вот, а не просто там трахаться, не получать удовольствие и мучиться, и потом идти изменять, это плохой вариант. Вот, общаться, узнавать, кайф. Ну что, жулики, надеюсь, для вас это было очень полезное видео, вам очень понравилось. Подписывайтесь на меня, на канал, и до скорых встреч. Пока!